Министр внутренних дел Андрей Настасий издал приказ о местных и новых парламентских выборах от 20 октября. Документ вводит запрет на любое участие политического характера персонала из подчинения МВД. В то же время сотрудники ведомства обязаны решительно бороться с любой формой запугивания или воздействия на граждан и каждые 2 часа сообщать о деятельности правоохранительных органов по обеспечению общественного порядка в день выборов. Также в приказе упоминается, что сотрудники, участвующие в запланированных мероприятиях, будут получать вознаграждение в соответствии с положениями нормативной базы в рамках подразделения. 20 октября граждан ждут на избирательных участках для избрания примаров городов, секторов и сел, а также советников районных, городских, секторных и сельских советов на 4-летний срок. Помимо этого, в 4 округах пройдут новые парламентские выборы.